Большая комната для прослушивания – настоящий подарок для ценителя качественного звука. При наличии свободной площади можно установить в системе большую акустику, подключить один или даже пару сабвуферов. И, наконец-то, наиболее достоверно воспроизвести звучание симфонического оркестра. Однако найдутся не менее весомые аргументы и в пользу маленьких комнат. Например, только в маленьком пространстве можно создать по-настоящему уютную камерную атмосферу. И именно для такого случая хорошо подходит ламповый усилитель Kain MT12N. Дизайн усилителя Kain MT12N удивительным образом сочетает вариативность и безальтернативность. Безальтернативным является цвет, он может быть только фирменным темно-синим с эффектом металлик. При этом фронтальная панель может быть как чисто металлической черной, так и с эффектной деревянной рамкой, придающей усилителю винтажный внешний вид. Еще одну возможность изменить внешность любой модификации дает защитная решетка, установка и снятие которой радикально меняет визуальное восприятие. Одним только присутствием в помещении этот усилитель создает атмосферу, а какая именно она будет, решает пользователь. Модель Kain MT12N занимает младшую позицию в линейке компании и поэтому является образцом компактности и минимализма. В основе конструкции лежит двухтактная схема, работающая в классе AB, с двумя лампами 6N1 и одной 12AU7 в предварительном каскаде и двумя парами EL84EH, установленными на выходе. Решение абсолютно классическое, проверенное временем и при этом неплохо показывающее себя даже на современной динамичной музыке. В отличие от более старших и конструктивно более сложных моделей, Kain MT12N не подразумевает какой-либо настройки в процессе эксплуатации. Режим работы ламп изначально настроен оптимальным образом и поддерживается автоматически. Позади ламп в металлических корпусах располагается трансформатор питания мощностью 80 вольт ампер, а также два широкополосных выходных трансформатора, собранных на Ш-образных сердечниках. Особенность модели – отсутствие двойных клемм для подключения акустики. Выходные трансформаторы одинаково хорошо работают с колонками, имеющими импеданс от 4 до 8 Ом, а в эти рамки вписывается подавляющее большинство моделей, представленных на рынке. Таким образом, пользователь не рискует перегреть усилитель или испортить акустику в результате некорректного подключения. А вот на что пользователю стоит обратить особое внимание, так это на чувствительность и минимальную мощность акустики. Kain MT12N выдает на канал всего 9 Вт, поэтому идеальными партнерами для него будут высокочувствительные, но при этом маломощные колонки. С выбором и подключением источников сигнала ситуация предельно проста. Усилитель имеет 3 несимметричных входа на разъемах RCA и ничего более. Несмотря на столь откровенный минимализм, большинство современных источников сигнала подключится без проблем. А для успешного создания системы с проигрывателем винила достаточно выбрать модель со встроенным фонокорректором. Для улучшения звучания усилителя разработчики использовали исключительно олдскульные методы. Вполне традиционный набор ламп дополняет не менее традиционная схемотехника, а все компоненты внутри подобраны с точки зрения влияния на звучание. Так, например, для внутренней проводки используются посеребренные медные кабели, а для регулировки громкости выбран японский потенциометр Alps. Таким образом, разработчикам удалось получить аутентичный, теплый и бархатистый ламповый звук, обеспечив при этом соответствующий современным реалиям уровень качества и, что немаловажно, разумную цену. Наилучшим образом Kain MT12N справляется с живой музыкой, записанной малыми составами музыкантов. Характерное для ламп цельное и текучее звучание в этом случае сочетается с хорошей детализацией, а тембры живых инструментов заметно обогащаются. Для воспроизведения симфонической классики или сложных полифонических записей, вроде фриджаза, прогрессив металла или экспериментальной электроники, усилитель подходит куда меньше. Разборчивости и динамического диапазона временами не хватает.
Это вполне ожидаемо, учитывая малую мощность и специфику классической схемотехники. Но самое главное, вне зависимости от контента, звучание получается очень выразительным, живым и атмосферным. Даже современные поп-хиты воспроизводятся с особым винтажным колоритом. Послушать, как играет этот усилитель, вы можете прямо сейчас, в бинауральной записи. Подключайте наушники, и мы начинаем. Усилитель Kain MT12N является отличным вариантом для тех, кто хочет приобщиться к ламповому звуку или мечтает собрать мини-систему в ретро-стиле. При этом важно заметить, что с точки зрения эксплуатации модель предельно проста и удобна, благодаря чему подойдет даже новичкам. Она не озадачивает пользователя какими-либо дополнительными настройками, регулировками и функциями, тем самым упрощая процедуру подключения и эксплуатации. И далеко не последний аргумент за – это, конечно же, дизайн. Теплое свечение ламп обладает особой эстетикой и создает абсолютно неповторимую атмосферу, идеально подчеркивающую винтажный характер звучания. В сочетании с проигрывателем винила усилитель смотрится безупречно и подарит немало приятных минут за прослушиванием любимой музыки. А у меня на сегодня все. До новых встреч! Ссылку на полную информацию и цены ищите в описании. Широкий выбор ламповых усилителей представлен в интернет-магазине Audiomania. А получить консультации по выбору вы можете онлайн и по телефону. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, если смотрите нас на YouTube. Так вы не пропустите новые видео.